Итак, всем привет, с вами Стелл. Сегодня я буду играть в игру Ten Second Ninja X. В общем, игра, если в общем говорить про игру, то она заключается на том, что каждый уровень я буду проходить за 10 секунд. Все. Давайте начнем. Компьютер дал уже обстановку. Вся калибрация выполнена. Сооружение запрошенных вами испытаний завершено. Команда готова и ждет под палубой. Отлично. У нас есть координаты цели. А, ладно. Блин. Давай. Корабль направляется к цели. До прибытия примерно 30 секунд. Готов выполнить задание по вашей команде. Давай. Давай. Опускай корабль ниже кромки облаков. Так, там ясно было, я пойду в команде. Компьютер. Сэр. Люблю. Кого? Что? Ясно. Мы вышли на координаты цели. Че, пора преподать этому ниндзю урок. Ну и что же, просто. О. Так, я понял. Стоп, что? Понял. Тебе, мне кажется, ли меч выше тебя не может? Раз в 300. Раз в 3 где-то этот меч выше тебя. Так что больше тебя. Ну, странно, кнопки нету, а я нажимаю на Z. Это странно, если честно. Босяцкий, да? Босяцкий сразу, да? Так. Это же мой старый друг, Страж Леса. Не ожидал меня увидеть головастик? Ну, он порадовал в хорошем головастике. Так, это еще не все сюрпризы. Сейчас покажу еще. Сюрприз, я похитил всех твоих друзей-зверюшек. Мне кажется, это будет что-то отсылочка на Соника, что ли. Всех до одного, кучу времени убрут. Теперь они работают на меня. Вот так. Роботы убить не. Ай. Ну, это по кольцу. Так, а куда меня засасывает? Я освободил большое количество ниндзя. Ну, это... Ну, он правда похож на главу. Ну, что еще? Добро пожаловать на мой дирижабль, главу. Ну, давай дальше. Рад тебя видеть. А вот главное правило. Первый, ходить в обуви ниндзя. А, в обуви нельзя, извините. Курить запрещается. Ниндзя вход воспрещен. Так, я что-то не понял. Так, чувствую себя как дома, но что? Как минимум одно из этих правил ты уже нарушил. Ну да ладно. И как бы два я в обуви, хотя я не знаю, у него есть чем-то фильм. Ладно. Это выводит меня из себя. Чисто придется тебе возвращать мое расположение. Ну да. Все, что я приготовил для тебя несколько испытаний. Пройдешь их достаточно быстро, может быть, и я тебя прощу. Если очень повезет, если очень-очень постараешься, я оставлю в живых тебя и твоих лесных дружков. Конечно. Куда дальше? Старые уровни, машинное отделение, старые уровни, машинное отделение. Стоп, а чем дело? Enter не работает, не работает. А, уровни. О, здесь рекорд достает сюда сколько?
Сколько ты прошел? 0-0-0. У всех по 0 секунд, это как это так возможно? Не вопрос. А, ну да, вот он. Рекорд на одну звездочку. Целая звездочка, да. Ну, я могу постараться. Но... А, понял. Ой. Да ладно. Так, стоянка сейчас. Их трое на той стороне, то есть... Уровень одного. То есть мне нужно сразу с того места перепрыгивать туда, то есть... Да ладно тебе! Давай! О, две звездочки, нормально. То есть... Следующий уровень. А, то есть мне еще на следующий этот. То есть здесь уже сервис не надо пользоваться, понял. Я... Нет, не сейчас. Еще разочек. Хотя я не знаю, как это пройти быстрее. Ну, я могу понять, как это пройти быстрее. А, хватит опять. Сейчас, секунду. Да ладно тебе. Сейчас еще разок изменю. Сейчас. Если правильно пользуюсь сюрикенами, то можно будет... Да хватит, опять эндер, сейчас. Можно как-нибудь его... Ладно, сейчас. Так, следующий. А, то есть можно по два удара. Кстати, я не посмотрел. Пойдет. Так, сейчас я попробую побыстрее пройти. Да ладно. Ну так, это не успеваю. Так. Опять не поступил уровень. Нормально. Ну, эта игра, скорее всего, я минут 20 максимум потрачу на нее. Ну, то есть, видео будет, скорее всего, меньше из-за этого. Вот, я ж кинул. Стоим. А, потратил сюрикены, все. Я же не допрыгнул. Да, я не допрыгнул, что еще. Но все равно одна звезда, это следующая звезда. Надо еще быстрее это делать. Ну да, так, что там у нас? А, это все. Да ладно тебе. Да ладно тебе. Так, сейчас.
Ну ладно, немножко просрал, ну ладно, давайте дальше. Так, не слишком ли вас тут много? 10 секунд. Так, два сюрикена на него точно оставляю. А, даже так. Сейчас подумаю. Я все равно слева начинаю приезжать. Хотя стоп. Пробуем тогда. Да ладно. Да ладно. Я жду. Так, слишком. А, я не допрыгивал. Если не допрыгивать, то тогда нужно. То есть. А. Так, опять. Подожди. Сейчас я хочу проверить, что я здесь допрыгнул вообще. На самом верх я сразу не пойду, потому что это врач, что помню. Это трата времени. Как это сделать? Чисто мне нужно два сюрикена точно потратить, один сюрикен туда, перепрыгнуть и ударить. Нет, стоп, все сюрикены здесь потратить и. Сейчас посмотрим, короче. Да хватит. Подожди, я уже потратил лишние сюрикены. Можно одним сюрикеном выехать. Тогда надо. А, что подожди. Стоим, блядь, не туда. Я прыгнул. Да ладно, так стоять, что-то я вообще запутался, извиняюсь. Да хватит. Стоять. Не туда сейчас. Хватит врезаться, ты. А. Да ладно. Это было за близко. Супер. Тороплюсь сейчас, секунду. Теперь медленно попробуем сделать сейчас, секундочку. Я все равно тороплюсь. А как тут? А тут все. Так, я X нажал. Слишком много электричества. Да хватит.
А я не могу допрыгнуть наверх, что ли? Подожди. Подожди-ка. Да ладно тебе, чё ж ты так делаешь? Стрелять на, наверное, одного из самых лучших уровней. Ах ты. Да хватит. Ты чё? Подожди. Сейчас я на одном уровне застряну, пожалуйста. Ну, почему бы и нет, как говорится. Да ладно тебе, ненавижу платформы. Ары. А вот сейчас он не допрыгнул, вот сейчас это не моя вина. Ты чё, блядь? Да хватит, ты... Да ты чё? Так. Сейчас сосредоточусь. Секунду, прям минуточку, секундочку, прям... Да, ее почему-то врезался. Так. Да хватит, так, одна и та же ошибка. Так, я сейчас не сделаю на прыжок. Да чё ж ты так... Так, я просто не могу допрыгнуть до той стены. То есть мне как-то нужно тут сохранить два сюрикена. Ща подумаю. Почти. Так, то есть на это мне времени хватает. То есть, значит... Я могу убить птичку. Так, сейчас. А, я уже думал, что... Да? Не, я просто не успеваю. Как это сделать? Так, а я просто... Подожди, если я перехожу туда, то я умираю. Если я перехожу... Не... Сейчас я попробую перепрыгнуть. Не убиваю, не получится.
не перестану. Так, мы еще одного Сиркина должны купить. А, 4. А ты чё, издеваешься? Нас чтобы... А я очень не... Я не могу пройти этот рейд. Не получается. Вообще, что не получается. Ааа, чуть-чуть. Так, давай подумаем еще раз. Просто не запомнил. Просто сейчас не запомнил. Так, стоянба. Да ладно тебе. А, вот сейчас моя. Ебуй! Я сделал тебе-то. О, да. Еще больше электричества. Ну почему его так много? Подожди. Так, три сюрикена, куда я их могу потратить? Сейчас налево нет, направо не хочу. Вот на тех двоих и одного... На двоих... Так. Одного сюрикена надо убить. На верхних... А, ладно, короче. Что-нибудь да придумаю. Я могу... Секунду. Я этого. Да хватит. Я не двигался сейчас. Я себя прошел. Просрано с рукена. Так. Не попал потом. Уже не сбегаю, я опять забыл про другого. Так, сейчас. Эти двоих, а как этого, то есть... То? А. Опять все это забыл. Ну вот, и это секунда. А, заново. Дело сделано. О, блядь. Это сложнее. Ага. Как следующий уровень? Так, куда я сейчас выйду? Блядь. Подожди. Снизу. Ну, этих точно одним сюрикеном. К тому можно перепрыгнуть, сдвинуть сюда и сдохнуть благополучно. Он ли сюрикен? Не понял. А, у меня больше уйдет сюрикеночку. Нет, у меня просто не отметилось. Нет, просто не отметилось.
Я же прыгнул. Да ладно тебе. Не знаю, как я это сделал, но у меня получилось. Ну, я чисто побиваю все рекорды, да? 7.22, всех 7.22. А, нет, это 100... А, вот скажите мне, люди, как вы прошли это... Стоп, что? Это все типа, что ли? Подожди, мир. Следующий список лидеров. Стоп, что? И это все, что ли? Это последний раунд, что ли? Да, блин, не надо пробить. Сейчас еще раз открою его. И если там просто плюс-плюс... Подожди, секунду, это правда все, что ли? А, то есть они... Все потихоньку открою. А, 37%, подожди, что? А, то есть мне нужно обязательно пройти все на 3 звезды. Чтобы открыть что? Ну да, получается. Так и надо. А. Тогда я думаю, что это не закончить. Я полчаса потратил на один уровень. Ну, сколько? Я сколько-то потратил на один уровень. Ах ты! Ну, игра такая прикольная. Я прошел сюрикен. Понял. Так, что там у нас? А, может... Почему я упал? Потому что даже не можно. Что? Если я пройду, конечно же. Надо подвойно пожугу делать. Вот. Почему-то я резко намного быстрее надо. Да хватит, где же... Я же делаю, что... Что? Что? Я запутался, секунду. Нет! Последний раз и можно тогда уже закончить. Это все было пробной попыткой. Ладно. Сейчас, все с первой попытки. Все, сейчас смотрим. Вот. Ну, я же сказал, что получится. А, следующий уровень. А, это все. То есть сейчас остальное нужно открыть, и пройдя все на 3 звезды. Где ты найдешь 116 звезд, мне вот это интересно. Здесь же не 116 звезд, ничего. Ну да, тут не 116 звезд, как бы ты чё? Ты чё? И всего 30. Странненько. А, то есть ну, нужно открыть 16 звезд для того, чтобы открыть вот это, чтобы получить больше. Ну понятненько, ну ладно. А, вон еще уровень выше, то есть. А, то есть она не такая уж и короткая. Но там нужно прям.
постараться, чтобы пройти. То есть нужно по 2 звезды на сколько уровней? На 6 уровней, на 6 уровней должно быть 3 звезды. Хотя они, скорее всего, там. Ну да. Ну или еще несколько, например. Еще 3 уровня где-то на 3 звезды. Нужно будет. Даже 2 уровня на. Еще на 2. Еще 2 уровня на 2 звезды можно будет играть следующий. Ну, ладно. Ну ладно, я думаю, что это там закончить. А, ну да. Давай. Ладно. А. Не 2, 4 уровня. Ладно. Итак, всем пока, с вами был Стелс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До следующей встречи, всем пока.